Ивановские парламентарии нашли серьезные технические недоработки в законопроекте о налоговых ставках на прибыль организаций. Документ предполагает снижение налога на прибыль с 18 до 13,5% для компаний, производящих текстильные изделия, одежду, а также машины и оборудование, в том числе транспортные средства. Чуть меньше, до 15,5%, будет снижена ставка налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты в регионе. С этой просьбой промышленники обращались к губернатору еще летом текущего года. Законопроект подразумевает определенные сложности для бюджета региона. Снижение ставки предполагает поиск источника пополнения уменьшенной доходной части. Это, конечно, мера поддержки. Она концептуально поддерживается депутатским корпусом. Все это делать обязательно нужно, особенно в сегодняшних экономических условиях. Поэтому я думаю, что техническая работа будет завершена, законопроект будет приведен в соответствие с нормами законодательства и принят депутатами областной думы.